Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. Продолжаем играть в игру «Последний день на Земле». Ну что ж, как видите, я отправился в каменные руины. Хочу посмотреть, что у нас там есть. Ну а вокруг, как вы видите, смотровая вышка. Слишком далеко и необходим транспорт, чтобы до туда добраться. У меня пока этого ничего нету. Дубовый лес. Тоже транспорт нужен, ребята. Значит, тут еще разные виды деревьев у нас есть, соответственно, будет укрепляться наша база. Ну что же, 38 секунд у нас осталось. Сейчас я прибуду к месту назначения и буду там смотреть, что есть. Я так полагаю, здесь будет у нас камень и железо. Ну, судя по тому, что я отправился именно в каменные руины. Потому что здесь у нас, видите, есть лес, а тут камни. Новая база. Вам нужно собрать грузовик, чтобы основать новую базу. Да, довольно неплохо. Но 64 уровень. Да, мне еще пыхтеть и пыхтеть до этого. Так, засада. Ну, это чтобы сделать засаду на другого игрока. Нужна СВДшка. Опять же, 88 уровень, обалдеть. Это ж сколько нужно здесь развиваться. Так, ну что, ребята, мы прибыли, давайте заходить. И, как видите, тут есть небольшие подсказки. Все время даются они. Некоторые чертежи требуют компоненты, которые нельзя сделать. Такие предметы можно только найти. Так, ребята, Асока, я вижу тут очень много красных. Ну иди сюда, зомбарь. Это у нас обычный зомби, он падает практически. Оп-оп-оп, а это кто такой? Это что за бессмертный тут в труселях прибежал, блин? Ха-ха-ха, идиот. Так, что у него здесь? Копье и рюкзачок. Ну, в принципе, я все, что надо, мне забрал у этого охламона. Воу-воу, тихо-тихо-тихо, ребята. Так, это у нас бегун, он немного сильнее, чем простой зомби. Я получил новый уровень. Тряпочка. Угу. Да, к сожалению, я ее взять не могу. Да и, в принципе, нафиг она мне нужна. Давайте возьмем вот. Самое главное здесь это ресурсы. Деревья, камни. Я думаю, даже растительное волокно не настолько. Опа-на, сундук, ребята. Давайте-ка глянем, что в нем будет. Баночка консервов, это хорошо. И болты. Может быть, выкинуть пустую банку и взять болтов? Да что такое? Нет, так не пойдет. Давай вот так вот. Отлично. И я так понимаю, болты нам нужны будут стопудово для... Оу, воу. Бригада ух, как говорится, состоящая из двух. Тут же и полегла. Нормуль. Болты нам нужны будут для того, чтобы делать стопудово какие-нибудь детали, скреплять или что-то в этом роде. Ну, как я вам, ребята, и говорил, здесь у нас... Оу, да задолбали, бегуны тут всякие. Камни и известняк. Слушайте, с одной стороны, конечно, это неплохо, что здесь много вот таких вот слабеньких зомби. Я, по крайней мере, на них развиваюсь, качаюсь. А уровень, вы сами видели, здесь очень и очень нужен. Так, давайте здесь посмотрим, что у нас. Слушайте, хоккейная клюшка, это же как оружие, да? 15 к атаке. Блин, не помешало бы, по идее. А что же выкинуть тогда мне? Может быть, веревку? Или бутылку? Давайте вот так вот сделаем. Тут, по идее, все нужно. И изолента, и вот эти семена. Семена нужно, чтобы на огороде сажать морковку. А это, как говорится, основной продукт питания у нас. И даже ягод не могу взять. А ягоды очень хорошо утоляют жажду, ребята. Даже не знаю, как и быть. И это все хочется. Но прекрасно понимаете, что если я отсюда выйду и опять зайду, все здесь уже будет совсем по-другому. Волки тут еще. Волки очень хороши, ребята, тем, что в них добывается мясо и шкуры. Эх, и хочется, и колется, ребята. Но поверьте мне, что такое? Ну-ка. Ух ты, а это еще что за толстяк? Какого ли... Блин, вот это я... Вот это я, ребята, встрял, а. Так, волка мы забомбим, однозначно. А толстяк я даже... 240 хп, он еще... Он еще тут что-то прыгает, смотрю. То бишь у него массовая атака... Эй! Угомонись, угомонись. Блин, еще этот мелкий зомбарь там с ним ползает. Ну что ж, довольно неплохо я зомбаря разбираю. Выбегать я не собираюсь. Хочу его добить все-таки. Все, отлично. Ха, ноги ему отрубил. И всего лишь 5 веревочек он с собой носил. Да, жадноват, конечно, зомбарь. Это, видимо, ребят, знаете, какой был толстяк? Утопленник. Только они такие жирные, распухшие.
бесформенный. Да что такое? Опять вот кто? Обычный зомби. Отлично, давайте его бомбанем. И я получил новый уровень. Ну разве это не превосходно, ребята? А я уже получил 7-й левел. И я считаю, это хорошо. Мне всего лишь-то до 88-го осталось немножко. 62 уровня. Да. Давайте, я не знаю. Неохота все тратить здесь необдуманно. Понимаете, в чем дело? Все нужно. И дерево, естественно, нам нужно. Но у меня все полно. И известняк, и камень. Ягоды, по идее, тоже нужны мне. Ай, вот это незадача, ребята. Вот тут, как говорится, и приходится выбирать между тем, что тебе нужно и не нужно. И жалко, как говорится, выкидывать просто-напросто это на землю. Потому что оно все пропадет. Если бы оно сохранялось бы, конечно, было бы все хорошо. Или можно было бы хотя бы здесь поставить какой-нибудь сундучок. Накидал все, потом пришел и все это забрал. Здесь так не прокатит. Зомбари. Вы посмотрите, как на начальных уровнях у меня растет левел. Просто шикарно. Я только недавно получил уже практически... практически, скажем так, 10% от левела набил. Ну, это, как вы знаете, во всех играх. Поначалу все легко и просто, а потом кукиш. Елки-палки, я уже бегаю без штанов, в красных труселях. Так, этот сундук, интересно, я трогал, нет? Да, было дело, я его обшаманал уже. Угу, идет красавчик, ну давай, иди сюда. На два удара мачете, но вы не забывайте, что мачете у меня очень наносит хороший дамаг. Если брать какое-нибудь другое оружие, придется 3 или 4 раза его бомбить. Кстати, мачете у меня сейчас скоро сломается. На этот случай я взял... Да что там опять-то? Ух ты! Ты смотри, какой бессмертный, а тут прибежал, блин, Зак. В трусах бегает, не надоело придурку-то, а? Получать люлей. Рюкзак, ну, в принципе, я не знаю, нужен ли он мне. Он все равно ничего дополнительного такого не дает. Давайте испробуем бинты и заберем этот рюкзак у него, чтобы он больше не появлялся и не бегал, не нападал на меня. Так, инвентарь полон у меня. Значит, сделать я здесь больше ничего не смогу. Так, у меня вот так вот. Осталась одна свободная ячейка. Кстати, у меня еще мясницкий нож есть, да? Давайте его лучше поставим. Он все-таки по убойке будет посильнее. И собираем ягодки, которые, в принципе, мне очень сильно нужны. А сока... Так, по идее, нужен камень, да? Блин. Да тут все нужно. Как ни крути. Нам еще не раз придется, ребят, сюда вернуться. Это однозначно. Будем с вами металлолом. Так, из него будем делать железные слитки. Ну, тогда выкидываем этот рюкзак. От него все равно толку никакого не будет. Два рюкзака я, как понимаете, носить не могу. Ха-ха, красавчик вышел. Ну-ка, давай под раздачу. Вот вам был элементарный пример, ребята. Именно с этим мясницким ножом мне простого зомби пришлось бить 3 раза, чтобы его убить. А с мачете всего 2. Так что у каждого оружия здесь свои плюсы и свои минусы. Так, сумка, интересно, была? Ух ты, я ее не обшмонал. Как это так? Ха. Мое упущение. Так, 2 банки консервов, металлолом. Все это, естественно, мы забираем. Для чего эти тряпки, интересно, тут нужны, а? Ну-ка, требуется кирка. Блин, у меня еще и кирки нету. Инвентарь полон. А, это известняк я не могу взять. Ну, дерево-то я могу рубить. Хорош уже дурковать. Топор у меня есть, все нормально. Сейчас мы, наверное, его, кстати, и сломаем. А, вот оно что, ребята. Все, дерево у меня 20 штук. Карта доступа к базе Альфа. Еще пока не знаю, что это такое. Но вскоре, думаю, узнаем. Так, ягоды, ягоды, ягоды. Отлично. Будем из них, ребята. Ух ты, еще зомбарь. Иди сюда. Красавчик ты мой. Готов.
Ну что, наверное, в принципе, тут и все, да? Вроде бы как все обшмонал, оббегал. Тут везде тряпки валяются. Да что такое? Теперь еще какой-то придурок. Не, действительно, ребята, они, по-моему, здесь почувствовали себя бессмертными. И ничего практически хорошего нет. Ну, кроме металлолома. Можно было бы, конечно, взять кирку, чтобы ее не делать лишний раз. Вот так вот. Поменяем топорик, этот более-менее целый. Мой-то уже покромсанный. Ну, кирка. Кирка, блин. Хотелось бы, конечно, и кирку. Но если я ее возьму, все равно у меня не будет места складывать железо к себе в рюкзак. Да. И копьишко там у него лежало. Но оно практически уже разбитое. Никакой ценности нам не представляет. Все, ребята, инвентарь у меня полон. Так, осоку. Сейчас заберем все, что мы сможем. Давайте еще осоки возьмем. Ну, растительное волокно, хорошо. Пускай будет так. Недостаточно места для семян моркови. Да, это, конечно, плохо. Ну что же, раз дерево рубит, значит, у нас есть место под дерево. Под бревна. Давайте добивать. Как говорится, пока уже полностью ничего не сможем брать, отсюда нет смысла уходить. Чтоб потом опять сюда возвращаться. Так, я смотрю, полено валяется, забираем, еще одно лежит. Отлично. Ну, по-моему, шкуру мы взяли, да, с мясом, с волка, так что можно пока на этом успокоиться. Ну что же, ребята, давайте возвращаться обратно к себе в каморку. Армия. Вот, кстати, армия и скидывает нам боеприпасы. Точнее, гуманитарную помощь, которую в первой серии, как вы видели, я к ней побежал. Но, к сожалению, там все не так уж хорошо у меня вышло. Ну, в общем, будем ждать следующей помощи. Надеюсь, долго ждать она себя не заставит. Так, побежали в домик. У нас уровень 7, и я думаю, что мы что-то сможем с вами новенькое сделать. Пока, как видите, у меня ничего нету, кроме костра и двух сундуков. Ага, вот оно что, плавильня. Так, водосборник, душ. Хм. Давай, так, он у меня пить хочет. Давай-ка выпьем, наверное, глоточек морса. Отлично. И, наверное, я не знаю. Блин, зачем мне эта банка? Она мне не нужна, вот, вода. Так, мясо выложим. И давайте, наверное, поставим сюда ягодки. Все, пускай они делаются. У нас еще два компотика там есть, но пока не будем засорять себе инвентарь. Веревки, блин, давайте сюда их. Сапоги, я думаю, нам надо одеть. Вот так вот, отлично. Бита, урон 20, довольно неплохо. Все, а этот сколько? 17, да, слабенько. Ну и, блин, колесо, естественно, нам не нужно. Хотя я прекрасно знаю, что оно нам пригодится. Это от какой-то техники, которую мы будем в дальнейшем собирать. Так, я так понимаю, наверное, вот эти вот консервные банки пустые мы сможем перерабатывать в железо. Ну, наверное, я не знаю точно. Ну, мы это проверим в скором времени. Ух, так, давайте, опа, на душ, может быть, сделать. Нет, давайте плотницкий станок. Для распиливания дерева на доски. Я думаю, это нам нужнее. Так, отлично. И теперь надо куда-то нам его установить. Так, построить. Ну, давайте вот, наверное, в уголочек вот сюда влепим. Так, как тут применить? Ага, вот. Все шикарно. И посмотрим, что он из себя представляет. Рецепты. Сосновая, дубовая, ясеневая. Ну, как я, в принципе, и говорил, ребята, что здесь доски будут разные. Точнее, древесина будет разная, и, соответственно, из них будут разные получаться доски. Давайте изучим водосборник с вами. Что это вообще такое? Я так понимаю, будет у нас... Ага, вот оно что. Будет нам давать воду для пустых бутылочек. Замечательно. Так, построим. Ну-ка, давайте куда-нибудь здесь. Блин, нельзя, ее надо снаружи. Давайте поставим снаружи. Ну, правильно, дождик будет капать.
она будет наполняться и, соответственно, будет давать нам воду. Вот так вот, шикарно. Блин, действительно, как выживаем, блин, как последний герой. Так, коврик. Новая отправная точка при появлении дома. Странно, что это означает, я ума не приложу. Факел. Нужно еще, ребята, мне плавильню как-то зарядить, чтобы перерабатывать руду в железо. Да, для этого нужен, извините меня, известняк. А он у меня вообще есть? Ну-ка глянем. Так, три штучки. Этого мало. Очень мало. Так, давайте закроем, посмотрим, что здесь. Да, придется, ребята, идти за известняком, чтобы дальше, как говорится, что-то могли сделать, скрафтить. Ой-ой-ой-ой, так. Создаем. Это для того, чтобы, ребята, я сейчас мог выложить по максималочке всякого барахла, чтобы с ним не бегать. Вот сюда и поставим. Отличненько. И давайте в него что-нибудь положим. Например, вот это вот. Ну, естественно, гайки. Так, а соку эту выложим. Вот так, и тряпки. Да, думаю, что с едой надо будет идти. Мало ли где-то подкрепиться. Или еще что-нибудь в этом роде. Так, а ну-ка, водосборник, как у нас тут работает? Материал. Нужны бутылочки, а у меня их нет пустых. Здесь у меня тоже нет семян моркови. Я их все не взял. Поэтому как-то будем пока без них обходиться. Ну что ж, ребят, давайте отправимся с вами. Куда только сейчас посмотрим. Наверное, в лес пойдем на этот раз. Да, давайте, наверное, в сосновую рощу. Хотя мне нужен известняк. Давайте сюда пойдем. Я думаю, здесь он тоже будет. Сколько нам там идти? 12 минут. Ребята, остается 8 секунд, и я прибываю на точку назначения, а дальше мы уже будем смотреть, кто здесь что и чем можно поживиться. Все, заходим. Выжившие, ну, долгие годы, и это понятно. Эту подсказочку мы уже читали. Выращиваем еду и делаем себе оружие. Ха-ха. Что-то как-то темно, и уже вижу зомбарей. Ну, иди сюда, красавчик. На-ка! Вот так вот, шикарно. Инвентарь у нас пока пустой, поэтому можем набирать все, что пока нам захочется. О-о-о, тихо, бегун, бегун, успокойся, блин. Окружают. Так, один готов. Ну, а это у нас простые, на два удара. Так, и ты получи свое, нормуль. Ну, как видим, кроме веревок у них ничего в запасе нету. Так что идем далее. Давайте берем эту осоку. Хотя, если честно говоря, я не видел ей какого-то... Тихо, бегун прибежал. Какого-то применения этой траве. Особого, такого глобального. Я думаю, может быть, на ней не заморачиваться. Получаем с вами 8-й уровень. Это же прекрасно. Блин, он пить хочет. Давайте попьем. 93-78. Ну что ж, нормально, живем пока. Собираем все, что здесь валяется бесхозно. Рубим дерево. Оно нам нужно. Нам нужно тут все. И дерево, и известняк. Так, кирки у меня нету. Но зато, я смотрю, они неплохо валяются здесь на земле. Так, бита, бита. О, ребята, я смотрю, тут какой-то чемоданчик. Нет, это, по-моему, сумка лежит. Давайте ее посмотрим, что в ней внутри. Так, очень много всякого барахла. Блин. И уже инвентарь практически весь забит. Стоило только найти одну сумку. Так, идет кто-то. А, красавчик этот. На-ка, отгреби. Ягодки нужны мне, естественно. Так, а это... Ух ты, еще, я уже думал, что я ее смотрел, но нет. И... Ё-моё, блин. Ну, почему так? Это что у нас? Бункер Чарли. Провода и изолента. Давайте заберем, наверное. Я даже не знаю, что взять. Да какие семена? Не нужны они мне. Давайте провода возьмем. Пустую бутылку выкинем, возьмем. Вот так. От бункера, елки-палки. В бункер нам надо будет как-нибудь сходить, посмотреть, что там вообще есть. Так, отлично. Бревна собираем. Ну, по идее, мне нужен известняк.
А, у меня инвентарь уже полон, здорово. Ну что ж, давайте выкинем, наверное, вот эту жестянку. Тем более она пустая. И будем собирать известняк. Нам там, по-моему, его нужно очень много. Так что будем брать, пока не закончится место у нас в инвентаре. О, тихо-тихо, ребят, смотрите, смотрите. Всполонились они тут все. Кто-то бежит? Да какого хрена, а? Голожопый. Россия, кстати. Это не столь базы, которая у нас на карте, а? По-моему, он и есть. И смотрите, довольно неплохо он тут набрал. У него мяско есть, простое мясо, пиво даже есть. Дерево забираем. Что? Давайте, наверное, блин, пиво выпьем сразу. Так, мясо. А почему мы мясо не можем съесть, интересно, а? Тряпки. Давайте, наверное, тряпок. Хотя лучше мясо, да. Ну и, наверное, все. Больше нам ничего от него не надо. У нас и так всего хватает. Правда, если честно говоря, вот этот фонарик и микросхемы эти всякие меня... Ой, что это такое? Что это с тобой, братишка? Малорики придумали, да? Ну, правильно. Нужда, она и есть нужда. Как же без нее-то? Так, давайте, красавцы, идите сюда. Мне нужно зарабатывать уровень. И как можно быстрее. Блин, оружие сломалось. Как вовремя-то, а? Что-то я не уследил. У меня же есть. Вот. Но опять же, насколько? А целое практически. Все нормально. Надолго должно хватить. Так. Подкрепимся маленько. Здесь у нас что? Что-то можно взять. Давайте, наверное... Нет, ничего нельзя взять. Но зато можно съесть, как говорится. Так, волчара. На-ка, выкуси. На три удара тебе от клюшки. И забираем мясо. Фонарик, нужен ли он мне, а? Его можно разобрать на детали. На какие, опять же, непонятно. Давайте вот так сделаем. Банка консервная нам не нужна. Ну, по крайней мере, у нас их еще... Оу, еще будет много, блин. Ёлки-палки, у меня хп. Надо быра-быра убегать. И главное не напороться, иначе все, ребята, будет крышка мне. Где тут, блин, все это? Давайте применять. Вот так вот. Хоть немножечко подкрепился. Так, давайте еще. Так, а теперь давайте их бомбить. Готовы. Отлично. И у них только веревки. Так, ладно. Опять кто-то бежит. Волк. Я уже думал, опять этот бессмертный прибежал сюда. Но не тут-то было. Забираем все, естественно. Мясо нам нужно. Известняк тоже. Дерево. У меня топора нету. Так, стоит, стоит. Я вижу там. Хотя есть у меня топор. Че я вру-то? Но, видимо, места нет под дерево. Так, мне нужно, елки-палки, еще 5 известняка. Надо его собирать. Веревку выкидываем, давайте. Только лишь засоряет мне все здесь. Так, банку эту я даже не знаю. Стоит, наверное, ее выкинуть. Ну-ка. Так, да сколько же их тут будет, а? Этих зомбарей, они что, тут бесконечные, что ли? Ягодки. Инвентарь полон. Ну, как всегда. Вот сидишь и думаешь, нужно это, не нужно. Блин, изоленту давайте выкинем. Хотя потом наверняка буду жалеть, что ее выбросил. Причем зазря. Оу, и волки. Два зомби. Ну, с волком-то мы сейчас разберемся. И это все-таки бесплатный протеин и шкуры. А вот зомбари — это просто бесполезный хлам. Максимум, что они с собой носят, это веревку. Ну и редко, очень редко это могут носить с собой золотые часы. Ну опять же, для разбора над запчасти. Так, ладно, продолжаем наше движение. У меня нету кирки, вот в чем проблема, ребята. Без кирки я не могу добыть себе железо. Но зато здесь оно валяется. Точнее, тут даже не железо, а известняк лежит.
Да такими темпами, ребят, я получу 9 уровень, как вы видите. Так. Это кто у нас? Это у нас бегун. Вот так вот, ребята. Клюшкой по нему аж 6 раз надо бить, чтобы забомбить. Давайте лечиться срочно. Хорошо, что когда он питается, он подкрепляет себе здоровье. Помимо того, что он утоляет голод и жажду. Олень, вернись, я хочу тебя прибить. Мне нужно мясо. Мне нужна кожа. Точнее, не кожа, это мех. Еще кто-то тут спереди стоит. Ага, простой. На 3 удара ему. И я получаю новый уровень. Ребят, 9 уровень. Смотрите, у меня 5 этих заморгало изобретений, которых я могу там сделать. И это шикарно. Мы когда вернемся с вами на базу, обязательно посмотрим, что там у нас прибавилось. Ну что, вроде бы как все, да? Ну-ка, что у тебя тут лежит? Молоток. И семена. Да что? Ох ты, ты посмотри. Ядрить тебе на корень, а? Какой-то новый чувак. Бессмертный, блин. Опа, на кроссовки. Надеваем, ребята, красачи. Взять все, но то, что нам нужно, мы не взяли, в принципе. Давайте, наверное, тогда подкрепляться. Очень мало у нас здоровья, очень мало. Половинка практически. Кирка. Кирка нам нужна, естественно. И факел тоже бы, в принципе, не помешал. Вот так, я думаю, будет самое то, что надо. Банки пустые нам особой роли здесь не играют. Ну, а факел это все-таки оружие. Так, известняк. Отлично. Рубим дерево. И, наверное, известнячка еще добьем. Полностью, чтобы у нас было их сколько там? 20 штук, если не ошибаюсь. 3. Так, эта сумка. Да, эту сумку мы с вами шуршали. Ничего в ней полезного нету. Олень, беги отсюда, не нервируй меня. Ну где, где эти известняки, залежи-то, елки-палки? Дерево. Дерево у меня уже полно, взять не могу. Ага, вот. Блин, инвентарь полон. А все, ребята, я собрал полностью 20 известняка, 20 дерева. И делать здесь уже, по идее, нечего. Можно возвращаться, наверное, к себе домой. Давайте на дорожку этого хмыря добьем. Вот так вот заберем все у него. Мех, как говорится, и мясо. И пойдем к себе домой крафтить и развиваться. Вода. Не выбрасывайте пустые пластиковые бутылки. Их можно будет наполнить водой в водоснабжении. Ну что ж, ребята, на этом я буду завершать свой выпуск. Всем спасибо за просмотр. Мы обязательно увидимся в следующих сериях. А на этом все. Всем пока и удачи, ребята. Nigga, you can't stop bouncing.